Давайте будемо продовжувати. Сідаємо. Зараз у нас буде короткий огляд маловідомої партії, які можуть пригодитися кожному претендентеру. І розповість нам Стас Гаврило. Всем привет! Меня зовут Стас, я работаю в компании Rails Reactor. Тут мой Twitter и прочие, в общем, соцсеточки. Если кому-то интересно, можете меня там искать. И тема моего сегодняшнего доклада называется «Браузерные API, без которых не стоит жить». Ну, знаю, название довольно громкое, но как бы я по-другому заманил столько народу к себе. Все мы понимаем прекрасно, что таких API не существует. Каждый на своей работе выполняет более-менее определенный круг задач. Но я хочу рассказать сегодня вам о некоторых интерфейсах, кому-то они будут знакомы, кому-то, надеюсь, нет, которые появились относительно недавно и, возможно, будут вам интересны. Надеюсь, что каждый сегодня внесет для себя что-то новое с этого доклада. Ну, а если нет, то таким людям я выражаю свой респект. Кстати, ссылка на слайды в реальном времени, если кому-то будет плохо видно. Итак, начнем. Первое API, о котором хочется рассказать, это знакомый всем нам DOM API. Если кто-то не знает, как оно расшифровывается, то это Document Object Model. Ну и напомню еще раз, что это такое. Этот интерфейс предназначен для представления HTML документов, позволяет описать их структуру и происходящие в документе события. Если читать спецификации, то, наверное, знаете, что грубо их можно разделить на два типа. Те спецификации интерфейсов, которые издаются версионно и обновляются периодически, но не часто. И есть спецификации, которые существуют в формате так называемого живого стандарта, то есть изменения в них появляются постоянно. Если вы хотите быть в курсе, то можете подписываться на GitHub или на мейлинг-листы и следить за тем, что там постоянно происходит. Так вот, спецификация DOM как раз относится к второму формату. И как живой стандарт периодически появляются некоторые вещи, о которых, как оказалось, некоторые разработчики до сих пор не знают. И поэтому я решил включить свой сегодняшний доклад. И среди последних новинок DOM API можно выделить новые методы для работы с элементами DOM, и новый интерфейс для объявления обработчиков событий, ну и многое другое. А если попробовать описать это все одной фразой, то приходит на ум такой известный всем слоган, что вам, возможно, больше не нужен jQuery, потому что все, о чем я расскажу, навеяно именно этой библиотекой. Итак, начнем с пары новых методов, которые появились на интерфейсе родительских нод, то есть тех элементов, которые содержат в себе другие элементы. Для добавления новых элементов на смену appendChild появился метод append, который принимает произвольное количество нод и добавляет их сразу за последним дочерним элементом вашей родительской ноды. На гифке видно, что два новых параграфа появляются сразу за первым. Аналогом метода append стал метод prepend, который добавляет элементы перед первым дочерним элементом ноды. Теперь методы, которые появились на интерфейсе родительских нод, дочерних нод, которые являются прямыми потомками другого элемента. Вместо хорошо известного многим insert before появился метод insert, появился метод before с гораздо более понятной сигнатурой, который все переданные ему элементы добавит в DOM непосредственно перед этим элементом. Аналогом его стал метод after, который, как вы могли догадаться, добавляет переданные элементы после той ноды, на которой он был вызван. На смену существующему на родительских элементах метода replace node, который призван заменять один элемент на другом, на дочерних нодах появился метод replace with, который в качестве аргумента принимает одну ноду и подставляет ее в DOM вместо той, на которой был вызван. Наконец, для удаления элементов из DOM вместо метода remove child на интерфейсе child-node появился метод remove, который не принимает никаких аргументов и просто удаляет элемент. Дальше пара методов хелперов. Первый метод matches, который в качестве аргумента принимает строку селекторов, синтаксис аналогичен CSS-селектором, и возвращает true или false, если, в зависимости от того, соответствует ли элемент какому-либо из них.
Метод closed также принимает строку селекторов и позволяет узнать, существуют ли элементы, соответствующие одному из этих селекторов, выше по дереву элементов. На гифке видно, что вот мы вызываем на дочернем спане метод closest, и он возвращает нам первый встреченный, отвечающий селектором элемент, в данном случае параграф. Последний метод contains принимает дом-ноду и возвращает true или false, в зависимости от того, является ли эта нода потомком исходного элемента, независимо от глубины вложенности. Интересным нововведением стал интерфейс Event Listener Options. Я уверен, что все здесь присутствующие знают данный способ объявления обработчиков событий в JavaScript. Немного меньше людей знают, что там еще существует третий аргумент, но всегда забывают, что он делает. Ну, еще меньше людей знают, что в качестве третьего аргумента можно передать объект опции для обработчика. Итак, какие же опции нам доступны? Первая — это опция Capture. Она является аналогом третьего аргумента в предыдущей записи useCapture и указывает, что обработчик должен в первую очередь сработать на данном элементе, а уже затем ниже, на всех остальных элементах ниже по дому, которые слушают то же самое событие. Опция Passive определяет, может ли обработчик вызывать, останавливать дефолтное поведение события, то есть вызывать event prevent default. Если флаг true, то делать этого он не сможет. И, наконец, опция Once указывает, что обработчик должен сработать только один раз, после чего он будет автоматически удален. Поддержка браузерами. Ну, никого не удивляет, наверное, что в IE и Edge, к сожалению, не работает. Ни новые DOM-методы, ни Event Listener Options. Но существует Polyfill, который добавляет поддержку в IE, Edge, Safari 9+, и IE 10+, если не ошибаюсь. То есть использовать в продакшене можно смело. Следующий интерфейс, о котором хочется рассказать, это Web Animations интерфейс. И он, несложно догадаться, используется для создания анимации на страницах. Для начала немного истории анимации в вебе. В 2005 году появился черновик спецификации SMIL, это язык, используемый для описания SVG анимаций. В 2009 году появились черновики хорошо знакомых всем нам CSS Transitions и CSS Animations. И, наконец, в 2014 году появился черновик Web Animations, предложивший абстрактную анимационную модель, которая выбрала в себя черты всех вышеуказанных спецификаций. В целом, среди преимуществ Web Animations можно выделить простоту использования, возможность динамического создания анимации, возможности дебага, оптимизации производительности. Ну и, на мой взгляд, killer feature — это возможность управления существующими CSS-анимациями с помощью JavaScript. Хотелось бы начать с небольшого демо, которое показывает, как данный API позволяет решить проблему, которую другими существующими на сегодняшний день способами решить довольно сложно — это синхронизация нескольких анимаций на странице. Итак, предположим, что у нас есть код, который добавляет в DOM элементы, на которых объявлены CSS-анимации. CSS-анимация начинается всегда с того момента, с начала, когда элемент добавляется. А вот как мы можем решить ту же задачу, если мы хотим синхронизировать анимацию на странице, с помощью Web Animations API сделать это очень просто. И, по сути, это весь код, который для этого необходим. Просто при создании каждого нового кубика мы время его анимации сразу выставляем равное времени анимации первого кубика. Также Web Animations API предоставляет удобные инструменты для изменения движения анимации. То есть, например, я сейчас развернул их вот так вот просто в обратную сторону. Можно ускорить или замедлить. Ну и что самое крутое, я могу синхронизировать вместе CSS и Web анимации. Так. Плюсы. Прошу прощения. Ой, это slides.com меня подставил. В общем, да, плюсы я назвал, а из минусов — это малая поддержка в браузерах, к сожалению. Но существует Polyfill. Официальный Polyfill, который, по словам авторов, готов для использования в продакшн. Но, буду честен, я энтузиазм авторов не разделяю, потому что у Polyfill, во-первых, есть две версии. Базовая и продвинутая. Функциональность базовой очень ограничена, а продвинутая ведет себя настолько непредсказуемо, что я ее побоялся использовать в сегодняшнем докладе. И поэтому демо работает в браузере Firefox Nightly, который
на сегодняшний день единственный полностью поддерживает Web Animation API. Ой, что происходит? Извините. Итак. Да. Тут пример объявления в анимации, чтобы вы могли сравнить, как выглядит объявление ключевых кадров. Снизу CSS привычное, сверху Web Animations. Просто это, по сути, массив кейфреймов. А здесь способ объявления самих анимаций на JavaScript, на CSS. Обратите внимание, что для создания бесконечных анимаций... О, боже мой, извините, пожалуйста. Не вывозит мой компьютер. Не-не-не. Вот. Что ты со мной делаешь? Так, вперед. Вот. Для создания CSS анимации используются константы. Для создания бесконечных анимаций используются константы infinity, а длительность объявляется в миллисекундах. Самыми популярными в работе сценариями, на мой взгляд, будет использование следующих методов. Элемент getAnimations возвращает массив всех анимаций, объявленных на объекте, а документ getAnimations возвращает массив всех анимаций, вообще объявленных в текущем документе. Напомню, что оба метода возвращают как анимации, объявленные с помощью Web Animations API, так и существующие CSS анимации. К сожалению, полифилы работать с CSS анимациями пока не могут. Полезными могут быть для вас различные методы и свойства самого интерфейса Animation. Они предоставляют множество удобных инструментов для управления анимациями и отслеживания их состояния. Но поддержка браузерами, как я уже сказал, довольно печальная. Полифил просто монструозный, там уже 1500 коммитов и 30 тысяч строчек кода. Ну и вот по словам автора, поддержка полифила такая, но использовать его стоит крайне осторожно. Следующий интерфейс — это Mutation Observer API. Он позволяет отслеживать любые изменения в нашем документе. Появление и удаление новых элементов, изменение атрибутов или контента. Я лично впервые столкнулся с этим интерфейсом, когда, наверное, как и каждый здесь присутствующий, писал собственный плагин для Select элемента. И плагин после инициализации отслеживал появление новых элементов в доме и подменял их на собственные инстансы. Немного истории. Вообще отслеживание за изменениями в документе. В 2000 году появились mutation events, возможно, кому-то знакомы, но они были очень тяжелы для браузера, значительно снижали производительность. И в 2011 году было предложено прекратить их поддержку, а в 2014 году появилась спецификация mutation observer. Главными ее плюсами можно назвать высокую производительность и обработку событий не партиями, а не по отдельности. То есть при одновременном добавлении, допустим, 100 элементов в документ, callback будет вызван всего один раз и получит массив записи мутаций. Еще одна демо. Предположим, что у вас есть сайт с платным контентом, и вы, подождите, и вы хотите показывать пользователям предложение оформить. Ой, сейчас, одну секунду. Предложение оформить подписку вот таким папчиком. Ну, предположим, вы дали им возможность этот папчик закрыть. Но в то же время мы навесили на страницу, точнее, на этот поп-ап обсервер, который отслеживает его удаление пользователя, закрытие, и тут же добавляет его обратно. Ну и... Даже если наш пользователь немного учил фронтенд и умеет работать с DevTool'ами и захочет его удалить, то у него ничего не получится. Ну, в общем... А дисплей новый поставили. Ну, в общем, рано или поздно деньги мы от него получим. Небольшой пример использования. Точнее, объявление. Мы просто передаем callback и вешаем обсервер на ноду. Не буду вдаваться в подробности и разбирать все возможные опции. Покажу парочку наиболее интересных. Опция child list указывает, что обсервер должен следить только за изменениями прямых потомков observable элемента. То есть вот при удалении прямого потомка параграфа мы получаем в callback запись, а при удалении спена, который лежит глубже, обсервер не реагирует. Опция sub3 говорит, что нужно следить за всеми потомками, расположенными ниже в дереве нод.
то есть и первого уровня, и всех остальных. Опция attributes, например, говорит, что необходимо отслеживать изменения состояния атрибутов. То есть мы изменяем класс и получаем в callback'е запись. Там уже можно получить и старые значения атрибутов, и новые. Поддержка браузерами хорошая, это даже без полифилов во всех современных браузерах этот интерфейс работает. Но если вам нужна поддержка более старых, то у полифил входит в состав полифила для веб-компонентов. И дает поддержку E11+, Safari 9+. Дальше самый свежий интерфейс из сегодняшнего обзора. Впервые появился он в 53-м хроме. И появился около года назад. Это Intersection Observer. Основные его задачи – это создание родных средств для решения часто встречающихся проблем разработчиков. Например, ленивая загрузка данных. Существующие решения вешают обработчики на скролл, часто выполняют затратные операции по получению координат элемента в доме. Intersection Observer API предоставляет разработчикам средства для синхронного получения данных о местоположении элемента относительно другого элемента или глобального вьюпорта. Давайте взглянем на демо ленивой загрузки изображений. Так, тут у нас... Вот эта вкладка Network, и по мере того, как пользователь скроллит, мы подгружаем новые картиночки. И теперь посмотрите, как мало кода для этого понадобилось. По сути, мы просто вешаем обработчик на все наши image-элементы, и по мере их приближения к вьюпорту мы достаем их source из дата-атрибута и подставляем непосредственно в source-атрибут, таким образом картинка загружается. Поскольку мы не указали здесь, на каком, какой элемент будет выступать в качестве рута, так называемого, то есть на каком элементе будет отслеживаться изображение, изменения отслеживаются на нашем вьюпорте, то есть когда картинки попадают в область экрана пользователя. Секунду. Так, пример использования, оно похоже на Mutation Observer, инициализация. Доступно несколько опций, из них хотелось бы отметить root, который определяет элемент, на котором будет отслеживаться пересечение, и root merging, который позволяет добавить виртуальные границы элемента, то есть расширить область, которая будет отслеживаться. Поскольку этот интерфейс довольно большой, хочется показать еще одно демо, которое решает проблему больших громоздких списков. Положим, что у вас есть список со сложной версткой, там условно 10 уровней вложенности, каждый элемент списка. И если таких элементов в списке, допустим, 50, то в доме окажется уже там 500 нод. Но виртуальные списки отображают пользователю в один момент времени только те элементы, которые он видит перед собой. Итак, демо. Вот наш список. Обратите внимание, вот эти крестики показывают, что в этих элементах контент есть, а все остальные, которых мы пока не видим, пустые. И вот пользователь... Крестики, это треугольнички, извините. Пользователь начинает скроллить. И контентом наполняются вот только те элементы, которые мы видим перед собой. И вот тоже сколько кода для этого понадобилось, минимум, так сказать. Мы просто смотрим на свойства из intersecting, если это значит элемент попадает или выходит в область отслеживания. Если он туда попадает, мы добавляем контент, если он из нее выходит, мы его просто очищаем. Поддержка браузерами более-менее, но то, опять же, есть полифил, который поддержку добавляет уже везде, во всех современных браузерах, и использовать в продакшене можно. Конечно, последний интерфейс, о котором хотелось бы рассказать сегодня, это Performance API. Он позволяет получать высокоточные метрики и выполнять замеры в каких-то там метрик страницы в случаях, когда простого date вам недостаточно. Полученные измерения имеют формат High Precision Timing и имеют точность микросекунд. С
популярных use cases можно назвать точный замер времени открытия документа, загрузки ресурсов страницы или выполнение скрипта, расчет состояния анимации, получение фиксированного фреймрейта в 60 FPS, если вам это необходимо, синхронизация аудио и анимации. Основными интерфейсами Performance API являются Performance Timing, объявленный на Windows Performance Timing, и Performance Navigation, соответственно, объявленный на Windows Performance Navigation. Performance Timing позволяет получать множество интересных метрик нашего документа, тех самых, что мы можем видеть в DevTools на вкладке Performance. Я из интересных для себя отметил, например, DOM Interactive показывает, в какой момент времени пользователь может начинать взаимодействовать с вашей страницей. DOM Complete, например, указывает, сколько времени необходимо на то, чтобы загрузить все элементы на странице. Свойство Performance Navigation Time позволяет легко узнать, впервые ли пользователь зашел на страницу, попал ли он обратно после обновления страницы или, допустим, перешел на нее с помощью History API, то есть в зависимости от значения этой перемены. Несколько интересных методов этого интерфейса. GetEntries возвращает набор вообще всех зафиксированных метрик нашего документа. GetEntries by type возвращает набор метрик, отфильтрованных по определенному типу. Он применяет в качестве аргумента тип, интересующий вас. Комбинация методов mark и GetEntries by name будет полезна для расчета скорости выполнения вашего кода. Mark помечает начало и конец выполнения метода, а GetEntries by name по указанной отметке получает соответствующие тайминги. Так, сейчас будет демо, последнее. Ну, так, чтобы вы понимали, вот у меня в докладе 5 демо, ни в одном браузере на сегодняшний день все 5 не работают. Поэтому я открою Chrome. Итак, демо называется, напомню, декоратор для изменения производительности. То есть вот с помощью... Я написал такой вот небольшой декоратор, собственно, вот эти 5 строчек основные, которые измеряют производительность методов компонентов в React. Мы просто ставим отметку до начала выполнения метода и после начала выполнения метода. И выводим в консоль разницу времени, чтобы понять, сколько времени ушло на выполнение этого метода. И если у вас вот так вот просто этот декоратор добавляется к методам, если у вас, конечно, подключен Babel Stage 2 Polyfill для декораторов классов. А теперь непосредственно само демо. Что она делает? Она рендерит табличку из 10 тысяч ячеек. И первый... Сейчас я обновлю страницу. И мы видим, что метод, который непосредственно выполняет рендер, выполнился за 39 миллисекунд. И вот тут я вывожу метрику пейнтинга, то есть отрисовки этой страницы, и видим, что на это потребовалось 1000 миллисекунд. То есть метод работал 40, но появилась она перед пользователем спустя секунду. И для сравнения... Сравнение я перерисовываю табличку с помощью самого популярного на сегодняшний день средства CSS NGS Styled Components. Тоже она, эта табличка на 10 тысяч элементов. Видим, что метод, отрисовавший табличку с помощью Styled Components, выполнялся по времени практически столько же, 37 миллисекунд. А вот на Painter ушло больше времени. Ну, конечно же, по одному разу судить сложно, но по моим наблюдениям в среднем Styled Components примерно в полтора раза дольше тратит времени на то, чтобы отрисовать непосредственно элементы на странице по сравнению с родными средствами React. Ну, выводы каждый может делать для себя, какие ему будет интересно. На этом у меня все. Список интересных ссылок, а точнее ссылки... Ой, простите. Ссылки на спецификации всех этих API перед вами. В качестве заключения хотелось бы всем пожелать не ограничиваться лишь теми задачами, с которыми сталкиваетесь на работе, держать руку на пульсе фронтенда, ну и побольше вам интересных интерфейсов. Дякую, Стас. В кого є запитання?
Добрый день, спасибо за доклад, очень интересно, полезно было. Значит, вопрос заключается в там, где мы виртуалайз рисовали компоненты, да. Как мы регулируем сам юпорт, в котором это все отрисовывается, и можно ли его менять динамически? То есть, когда вы меняете динамически, что происходит с этими элементами, которые там перерисовываются? Спасибо. Отвечая на первую половину вопроса, элемент, на который вешается обсервер, является как раз-таки границей, то есть поскольку у нас элементы списка находятся внутри UL элемента, unordered list, ну, в моем примере конкретно, то как раз-таки размеры этого списка объявленные являются как бы границей вьюпорта. Когда айтемы приближаются к его границе, снизу там подскролливаются, ну, отслеживается их появление или удаление. По поводу динамически, если честно, я динамически не пробовал, но я думаю, что проблем никаких не должно быть там, поскольку элемент остается элементом. Прочее запитание принимает вердикт. Можешь включить слайд, ссылка на доклад? Да, конечно. Если работать с какой-то фронт-энд библиотекой, типа там React или Angular, есть смысл совмещать нативные методы с такими методами непосредственно JavaScript, с кем-то React? Безусловно. На самом деле, вот чем мне нравится React, например, там в методах в основном ты работаешь как раз-таки с чистым JS, поэтому да, все это можно использовать. Ну, обычно такие вещи вешаются где-нибудь там, component did mount или что-то еще. Какое еще есть, кстати, ну, допустим, вот я точно знаю, для Web Animations есть React Animations, по-моему, так и называется. Ну, в общем, есть уже пакеты для работы с данными интерфейсами, непосредственно заточенные под тот или иной фреймворк. Поднимаем руки. Сенса зрозуміло. Тоді дякую, Стас. Ви зможете зустрітися з Стасом, а також з тим, якщо у вас є якісь запитання або щось хочете.